всяка благо он творит, порою боль нам посылается, Бог хочет нам глаза открыть, и время Бог дает одуматься, чтоб жизнь свою пересмотреть, поговорить с отцом, раскаяться. И с Богом забываем говорить, и каждый день куда-то мы стремимся, забыв сокровища на небесах сложить. О, как приятно слышать Божий голос, с Отцом наедине побыть, у Бога под контролем каждый голос, покой лишь можешь в Боге получить. Я верю.